Всем привет! Вы на канале The Lemans Games, и я со своим помощником играю в щенячий патруль, который спешит всем на помощь. Let's roll! All paws, pups, we've got a new mission. Save Mr. Porter and Alex. Use the left stick to move. Сегодня наши щенки будут помогать мистеру Портеру и, конечно же, нашему Алексу. Paw Patrol to the lookout. Mr. Porter just called from Jake's Mountain. He was hiking with Alex, but they got separated by an avalanche. Everest has a gate for all the gates on Jake's Mountain. Небольшая лавина, которая разделила нашего мистера Портера и Алекса, нужно как-то спасти их. Chase can use his super sniffer to sniff out Mr. Porter and Alex. Здесь мы будем использовать нашего гонщика Sky. Then Everest can use her snow cat to rescue и, Mr. конечно же, Porter and Alex. У нас появляется Эверест. Okay, Paw Patrol, let's head to Jake's Mountain and rescue Mr. Porter and Alex. И у нас миссия по спасению мистера Портера и нашего Алекса. Кстати, по всем прохождениям, друзья, сегодняшней серии у нас был первый раз наша собачка Эверест. Нашим щенкам все позволено. Да ладно, и мы играем за Эвереста, друзья. Ничего себе. Как обычно, мы собираем наши косточки для наших щенят и не забываем находить 5 значков щенячьего патруля. Так, давайте вернемся здесь и возьмем, конечно же, первый значок щенячьего патруля. Молодец, Эверест. Ты хоть у нас и новичок сегодняшней серии, но ты очень хорошо справляешься. Я даже не знаю, мне кажется, нужно использовать крюк. С веревкой. Чтобы спуститься дальше, мы должны использовать сноуборд. Вот это да. Так, прыжок через препятствие. Ты нашел трезвычок щенячьего патруля. Молодец, Эверест. О боже, у нас разрушенный мост, а чтобы продолжить дальше путь нашего Эвереста, мы должны каким-то образом перейти на ту сторону. С одной стороны, можно было, мне кажется, перепрыгнуть, но мы воспользуемся помощью и вызовем Скай, который нам поставит вот это бревно, с помощью которого наш Эверест пройдет по нему
и продолжу дальше. Давай, продолжи дальше. There's a golden paw print nearby. Так, наш райдер раздает всем нашим щенкам команды. Где, кому, куда и что. Так, я смотрю, что можно будет забраться наверх, да? Мистер Портер и Алекс need our help. Help Эверест snowboard down the mountain to unlock the gate. Так, мне кажется, здесь сейчас будет значок. Да, он самый. Молодец, Вейс, ты нашла третий значок щенячьего патруля. Вот это щенок. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой ваш любимый щенок. Мне даже, я даже не знаю. Мне больше нравится кипиш. А кому какой? Хотелось бы знать ваше мнение. Так, мы должны дернуть веревку. Чтобы пройти, да? Great job, we're almost there. Так, ты молодец, ты уже почти наверху. У нас опять препятствие, мы должны воспользоваться нашим сноубордом, нашей доской. Снеговик. Что у нас там дальше? Дерево. Еще одно дерево. Отлично, Эверест справилась с первым заданием, и второе задание у нас продолжает гонщик по спасению мистера Портера и нашего Алекса. Так, чтобы пройти дальше, нужно, по-моему, поставить сетку батутную, чтобы подпрыгнуть вверх. That's great. Way to go. Так, я так понимаю, это горнолыжная база, да? Везде сноуборды, домики, горы. Как-то у многих, наверное, не задалась курорт. Так, осторожненько. Нужно нам собрать все с вами косточки. Все-все-все. О нет, нам пригождает лабиринт. С помощью нашего уникального нюха, нашего гонщика, мы можем воспользоваться и пройти. Так, нам нужно идти наверх, да? Ну, подождите, перед тем, как пойти наверх, надо собрать еще дополнительные косточки, которые валяются в этом лабиринте. Также может быть и значок. Кстати, я был прав. У нас тут есть значок. Так, нужно идти прямо, да? Секундочку. А, тут ничего нету. Отличная работа, гонщик. Ты прошел непроходимый лабиринт.
pull the rope to the left, move the left stick. Так, нужно немножко запустить и быстренько пробежать, потому что он опускается. И закроет нам проход. Great job, we're almost there. Отличная работа, мы уже почти на месте. Find all the pup treats that you can. Pick the pup ability that you need to use. Так, вот здесь у нас большой комок снега. Мне кажется, нужно воспользоваться помощью, друзья. Эверест. Ничего себе, снегоуборочная машина. Я подумал, что, наверное, может быть, приедет крепыш, но я забыл о том, что у Эвереста, конечно, снегоуборочная машина. Да, с такими щенками мы не пропадем. Так, с одной стороны, хорошо, что мы поднимаемся наверх, потому что здесь у нас спрятан был пятый значок щенячьего патруля, друзья. Мы видим с вами, ну я не знаю, горную козу или горного козла. Да, наверное, это козел, хотя, кто его знает. Так, у нас какая-то яма, чтобы пойти дальше, нужно воспользоваться сеткой. С помощью которой гонщик высоко подпрыгнет. Превосходно. Кстати, мы уже почти на месте, мы собрали почти 200 кусочек, и у нас где-то должна быть сейчас концовка. Так, чтобы пройти дальше, нужно сделать сетку. Ну давай, гонщик. Так, вот наш мистер Поттер и наш Алекс, который находится за большим комком снега. Мы, конечно, вызываем помощь, и нам поможет в этом Эверест. Как у нее классно получается. Наш Алекс замерз. Превосходно, друзья! Мы спасли нашего Алекса, который был, скажем так, закрытый снегом от мистера Поттера. К сожалению, мы собрали с вами 199 косточек, на самом деле у меня было 200, я не знаю, я где-то пропустил одну косточку, но это не важно. Также мы собрали с вами 5 значков щенячьего патруля. И у нас идеальная фотография Эвереста, который катается на сноуборде. Друзья, с вами был Зелемакс Геймс и мой помощник. Мы сегодня ранен щенячий патруль, который спешит на помощь.
Всем, кому понравилось наше прохождение этой игрушки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и нажимайте колокольчик, чтобы знать первым о том, что выйдет новая серия, где мы вас будем ждать с очередным новым прохождением. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.